проводит потрясающее мероприятие для молодежи, для деток в Саржином Яру, в таком прекрасном месте, в честь традиционного праздника Ивана Купала, народный праздник. Также сегодня молодежь отмечает День поцелуя. Много квестов сегодня проходило, сейчас будут награждать самых активных, самых быстрых, самых умных молодых людей, которые сегодня себя проявили. Девочек учат плести венки, все девушки красивые, в вышиванках, детки выступают. Праздник удался, много харьковчан сейчас с нами наблюдает за всем этим вживую. Всем нравится, улыбаются, танцуют. Надо напоминать, что должен быть мир, чтобы они все развивались вместе с семьями, с детками, вместе объединялись, потому как время тяжелое, надо друг друга поддерживать. Для венка надо взять как можно больше разнообразных цветочков. То есть каждый цветок символизирует, например, любовь, дружбу. Вот. И мы берем основу и начинаем плетать цветочки. Начинаем и продолжаем. Берем еще цветочки и закручиваем. И чем мощнее венок, тем красивее. Вот. После всего в итоге мы эти веночки запускаем на речку и катаем на суженого ряжа. Готов у берега. Это не суженый.